Тем временем в России наблюдается ухудшение ситуации по гриппу птиц. В режиме карантина находится 40 очагов. Такие цифры прозвучали на заседании специальной комиссии в областной администрации. В нашем регионе случаев еще не выявлено, но существует высокая вероятность заноса вируса с территории соседних областей, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Грипп птиц – заболевание, поражающее в том числе и сельскохозяйственных птиц. Источником инфекции является больная или переболевшая домашняя и дикая птица. Причем пернатые старшего возраста чаще всего погибают. Видимые глазу признаки заболевания – это угнетенное состояние, взъерошенность оперения, отказ от корма. В случае выявления симптомов рекомендуется незамедлительно обращаться в местную ветеринарную службу или по номеру экстренных служб 112.